Телеканал КРТ представляє. Війна, що забрала життя кілька сотень людей, тривала лише кілька місяців – з березня по липень 1992 року. Проте цього вистачило, щоб розділити країну на два береги – на офіційний Кишинів і Придністровський регіон. Придністровський конфлікт – це війна, в якій у наунців вместе з донськими і кубанськими казаками сражались на стороні сепаратистів. А на Донбасі вони зараз стріляють уже друг в друга. Приднестровский конфликт – это противостояние, в котором политические элиты 90-х поделили людей сперва по языку, как в современной Украине, а потом на своих и врагов, как на Донбассе. Приднестровский конфликт – это война, которой могло бы и не быть, будь политики с обеих сторон помудрее, а народ с обеих сторон менее доверчивые. Отож, сьогодні ми розглядаємо Придністровський конфлікт, його шлях до миру, як Молдова і Придністров'я навчилися розмовляти один з одним, і який досвід можна перенести на схід України. Дізнаємося з нашими учасниками програми. Олександр Олександрович Чалий. Український дипломат і чиновник. Екс-перший заступник міністра закордонних справ, колишній заступник голови секретаріату президента України. З травня 95-го по липень 98-го – надзвичайний повноважний посол України в Румунії. Заслужений юрист України, кавалер ордена з заслуги 3-го ступеня. Володіє англійською та португальською мовами. Діючий президент компанії «Гран Торнтон Україна». Валентин Михайлович Якушик. Доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, професор. Сфера наукових інтересів та досліджень, міждисциплінарні дослідження у галузі загальної теорії держави перехідного типу, порівняльний аналіз політичних і правових систем та соціальних систем, проблеми національного примирення і мирного врегулювання політичних конфліктів. Олександру Фленке. Молдавський політик. З 2003 року працював першим консультантом, керівником інформаційно-аналітичного управління у Міністерстві реінтеграції. Працював у місії ОБСЄ та керівником програми ООН в Молдові. Екс-віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції з листопада 2019 до березня 2020. Ястребчак Володимир Валерійович. Придністровський державний службовець. Після закінчення юридичного факультету університету імені Шевченка в 2001 році працював в МЗС Придністровської Молдавської республіки. Перший заступник міністра з березня 2007-го, міністр закордонних справ Придністровської Молдавської республіки з листопада 2008-го до січня 2012-го. Володіє українською, англійською та французькою мовами. Придністровський конфлікт. Соціально-політичний конфлікт між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, що почався ще за радянських часів у 1989 році. Він посилився після отримання Молдовою незалежності та перейшов у збройну сутичку, яка призвела до 1112 жертв у 1992 році. Протистояння не врегульовано й досі. 7 липня 1992-го Росією і Молдовою був підписаний план мирного вирішення конфлікту. Пізніше, 21 липня, була укладена угода про мирне врегулювання, з якою погодилася Придністровська сторона. Вже через тиждень у Бендери і Дубосари були введені так звані миротворчі сили Росії. 1 серпня 1992 року було завершено розведення збройних формувань конфліктуючих сторін. Воєнна стадія конфлікту завершилася. У даний час безпеку в зоні конфлікту забезпечують спільні миротворчі сили, до складу яких входять військові контингенти від Російської Федерації, Республіки Молдова, Придністровської Молдавської Республіки і військові спостерігачі від України. У ході численних переговорів за посередництво Росії, України та ОБСЄ досягти угоди з приводу статусу Придністров'я не вдалося. Відносини між сторонами конфлікту залишаються напруженими й досі. Молдавська сторона неодноразово висловлювалася за виведення російських військ з регіону. Отож, вітаємо вас, наші шановні гості, шановні експерти. Володимире Валерійовичу, знаю, що ви знаєте українську мову і розумієте досить таки добре українську мову. І перше запитання, яке хотіло би адресуватися вам, з чого, власне, розпочався Придністровський конфлікт? В
Вопрос, который вы задаете, действительно очень сложный, потому что сложно найти какую-то единомоментную точку, когда вот начался действительно Приднестровский конфликт. Можно говорить о том, что он закладывался достаточно давно и проявился уже в период распада Советского Союза, когда стали ослабевать вот те институты, органы власти, которые, в общем-то, скрепляли единое общесоюзное государство. Соответственно, как только вот эти институты стали ослабевать, стали нарастать вообще в целом в регионе центробежные тенденции. Наверное, одним из ключевых факторов в том, что конфликт перешел в открытую фазу, стоит искать не только в конце 80-х годов, когда стали наблюдаться все эти процессы, но и гораздо раньше, как результат вот той национальной политики, которая формировалась на советском пространстве в 20-е и 30-е годы, когда принималось решение об образовании Молдавской автономной Советской Социалистической Республики в составе Украины, которая формировалась на левом берегу Днестра, и именно сейчас вот этот вот осколок Молдавской автономной Советской Социалистической Республики составляет основную часть Приднестровья. И, соответственно, где по-другому проходили очень многие процессы, связанные и с индустриализацией, и с формированием национального состава, и многое другое. И, в общем, оказалось, что действительно, когда общесоюзные институты стали ослабевать, с учетом всех тех тенденций, которые имели место на протяжении послевоенного периода, оказалось, что не так уж и много сдерживающих факторов. Ну и, конечно же, те тенденции, которые происходили, имели место в Молдавской Советской Социалистической Республике, не были чем-то уникальным на постсоветском пространстве, но дело все-таки в тех результатах, как это проявилось. Потому как, к сожалению, не захотели услышать население Приднестровья, население левого берега, население города Бендеры, которое тоже сейчас входит в состав Приднестровья. И все это действительно началось с языкового вопроса. Языковой вопрос стал тем триггером, который обусловил в дальнейшем нарастание тех противоречий, которые обусловили переход к открытой фазе противостояния, к открытой фазе конфликта. Речь шла о том, что единомоментным образом захотели действительно лишить вот тот уникальный национальный состав, который проживал в Приднестровье. Национальный, потому что уникальный почему? Потому что, к примеру, здесь был один из самых высоких процентов смешанных браков на территории Советского Союза. И все три этнические, основные этнические группы, русские, украинцы и молдаване, были представлены примерно поровну. И это в значительной степени отличает нас от остальной Молдавской ССР, где действительно есть те же самые этнические группы, но пропорции абсолютно отличаются, и вот это очень важно. И здесь действительно в целом такой оказался, условно говоря, русскоязычный регион, а вообще, если не отталкиваться от конкретного языка, то интернациональный. И попытка навязать диктат какой-то одной титульной нации, вот он и обернулся тем, что эта попытка не удалась, и ответом стало образование органов государственной власти, провозглашение государственности. И в итоге, спустя 2 года после провозглашения государственности в 1990 году, начались масштабные вооруженные столкновения, но первая кровь пролилась еще в том же 90-м году, в ноябре 90-го года. Вот если очень... Хотя, конечно, об истоках, первопричинах конфликта можно говорить достаточно долго, и это, конечно, не только языковой вопрос. Это были и экономические причины, и демографические причины, и многие другие. Спасибо. Александру, ответьте, пожалуйста, на этот же вопрос. Как это началось? Чтобы не повторять отдельные факты из того исторического экскурса, который провел Владимир, факты по большей части таковы. Нельзя умолчать и про фактор внешнего влияния в этом конфликте в его начальной фазе. Безусловно, то небольшое различие, о котором говорил Владимир, оно существовало всегда и в условиях советской власти, Советского Союза. Это, возможно, и сглаживалось. Тем не менее, по моему убеждению, если бы не было влияния извне, если бы не было всех тех катастрофических процессов, которые проходили в 1991 году, сопровождая развал Советского Союза, в самом деле, не только в Молдове, но и на Кавказе, я полагаю, что путем диалога и политики тогда с
смогли бы выправить ситуацию, не довести до вооруженных столкновений. Тем не менее, были и провокации, было много оружия на руках, непонятно откуда взявшегося. Ну, вернее, понятно, конечно, безусловно, откуда физически оно было взято. И причем это не только стрелковое оружие, тяжелая техника и танки. Вот. Поэтому я, это, опять же, повторюсь, мое убеждение, что без определенного влияния извне вооруженной фазы было бы политическое противостояние, был сложный период. Тем не менее, синхронно с приднестровским конфликтом была напряженность между Кишиневом и то, что впоследствии стало гагаузской автономией на юге Молдовы. И там, в самом деле, это 100% этническое противостояние на тот момент было. Тем не менее, там обошлось без войны, и тем не менее, там к 1994 году этот конфликт был преодолен, и Гагаузия стала автономией в составе Республики Молдова. Вот. И в принципе, начиная уже с 1992 года, после окончания достаточно скоротечной войны на Днестре, все то, что происходило дальше, вплоть до сегодняшнего дня, по моему искреннему убеждению, является уникальным уже для постсоветского пространства, в том смысле, что такого уровня взаимодействия, диалога, политических переговоров и от бытового уровня до экономики, инфраструктуры и всего прочего, как это есть здесь, в нашем случае, такого больше нигде нету. Олександр Олександрович, ви можете погодитися? Перш за все, я вітаю, що я побачив, що два наших спікера, які представляють і Придністров'я, і Молдову, в принциповому плані, вони висловили точку зору, яка не є конфронтаційною. І це великий плюс. В моєму розумінні, в моєму розумінні, ми повинні говорити не вопрос, коли почався конфлікт. Він почався, ну так, с 89 года более-менее там на языковой почве. Но когда началась его горячая фаза, грубо говоря, Приднестровская война, и вот она началась уже в 91 году, и здесь даже мой вопрос к вам двум. Насколько я понимаю, центр, я тут согласен с Александром, что не хватило воли для диалога, для дипломатии на первом этапе. Центр принял силовое решение силой поставить периферию на место. То есть я даже вопрос хочу задать. Ведь не было такой ситуации, что там приднестровские вооруженные формирования попытались взять контроль в Кишиневе. Ситуация, насколько я понимаю, была поставлена несколько иным. Силовики и армия суверенного государства Молдовы решила с помощью вооруженной силы, с помощью силовиков навести, ну, более-менее установить тот режим в Приднестровье, который виделся Кишиневу. И вот это упоение на силу, это была самая большая ошибка. Но, я тут согласен с Александром, уникальный опыт этого конфликта, в том числе и для Украины, что в силу многих обстоятельств, в том числе и внешних, удалось очень быстро купировать этот конфликт и полностью перевести его, остановить военную фазу, прекратить убивать друг друга и последующие годы выработать уникальный дипломатический, политический механизм 5+2 переговорного процесса, в результате которого Молдова сохраняется как единое целостное государство, да, с определенными, так сказать, проблемами, но во всем мире эта целостность Молдовы не ставится под сомнение, это раз. И во-вторых, все-таки за эти годы, мне кажется, несмотря на многие сложности и проблемы, найден модус вивенди, формула сосуществования Приднестровья и Молдовы, которая обходится без использования военной силы. То есть только политическими методами решаются те или иные вопросы. И если посмотреть, что произошло за этих 30 лет, а я в свое время был и послом в Румынии в 95-98 году, то есть я видел эту ситуацию из Бухареста, и затем как первый заместитель министра и как Foreign Advisor президента Ющенко очень много принимал в разных дипломатических и политических инициативах, и в переговорных инициативах, я могу сказать одно. Молдове удается
центральному правительству шаг за шагом, но все-таки восстанавливать определенные символы суверенитета над Приднестровьем. Знаковым были 8, 9, 6, 7 годы, когда все-таки Молдова взяла под контроль с помощью и Украины, ну и, соответственно, и с помощью Румынии, пересечение границы грузов с Приднестровья, который, кстати, главный экспортер, импортер грузов с Приднестровья, это Европейский Союз, это не Россия. По крайней мере, так было, может, сейчас что-то изменилось. Но, тем не менее, Молдова с помощью переговорного процесса, с помощью диалога смогла восстановить определенные свои суверенные функции над Приднестровьем. И главное для меня в этом конфликте, я тут согласен с Александром, выработан уникальный опыт. Только политическими методами, без использования вооруженной силы, сосуществование непростого симбиоза, некой, ну скажем, части территории, которая претендует на определенную автономию и центра, которая все-таки решается с помощью диалога. Может быть, не так быстро, но без единой капли крови. И вот за это нужно поблагодарить наших представителей из Приднестровья, из Молдовы, что им удалось выйти на такую формулу. И мне кажется, это самый большой урок, который должна усвоить Украина. Господа, вы согласны? На мой взгляд, вот тот уникальный опыт, положительный и позитивный после 92 года, не потому Кишинев и Тирасполь пошли по пути переговоров и установления связи и диалога, что было принуждение к миру, а потому это произошло, что было прекращено принуждение к войне. Возможно, Владимир со мной не согласится, интересно, но по моему убеждению это так. И сам факт того, что в плане безопасности, в плане военном с 92 года никогда не было ни угроз, ни военного рода инцидентов. Да, были инциденты на местном уровне, но никогда такого рода, который вы поставили под угрозу мир на Днестре. И мне кажется, вот это вот фундаментальная характеристика этого конфликта, изначально настрой на мир и отсутствие реальных предпосылок для вражды. Володимир Валерійович, погоджуєтеся зі словами Александру? Частично соглашусь и со словами Александру, и со словами Александра Александровича. Почему частично? Потому, прежде всего, соглашусь с тем, что пример действительно уникальный, опыт действительно уникальный. Но опыт уникальный ближе, наверное, в толстовском смысле, как у каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Вот и здесь, на мой взгляд, тоже близко вот к этому смыслу. Действительно, не льется кровь, и это очень важно. Это, наверное, ключевая заслуга, что ли, политических элит, которые смогли договориться и создать разного рода механизмы, которые позволяют обеспечивать мирный политический диалог. А в нашем случае одним из этих очень важных механизмов является миротворческая операция, которая проводится у нас с 1992 года. То есть, по сути, с введением миротворцев практически и завершилась горячая фаза вооруженного конфликта. Здесь тоже очень специфический миротворческий механизм, и он работает, потому что вот это действительно такой общий консенсус всех вовлеченных сторон. Его сохранять действительно непросто, именно поэтому, к примеру, в Приднестровье по сей день достаточно резкое неприятие вызывают любые попытки демонтажа миротворческой операции. По нашему мнению, это зафиксировано и в официальных документах, в том числе подписанных на высшем и высоком уровне, что любые разговоры по трансформации миротворческой операции возможны только по итогам окончательной модели урегулирования. Ну, что касается того, с чем в полной мере не соглашусь, это все-таки с тем, что путем диалога в той или иной форме восстанавливаются определенные символы суверенитета Республики Молдова. По факту, возможно, это так, но дело ведь в том, что они восстанавливаются не путем диалога и скорее вне рамок переговоров, а это происходит постфактум и как раз в основном из-за вовлечения внешнего фактора. Вот мы бы хотели, позиция приднестровской стороны, в
том, чтобы действительно спорные моменты решались именно путем переговоров. И, кстати, вот упомянутый формат 5+2, здесь огромная заслуга именно украинской стороны, тому що саме 16 травня 2005 року президент України Володимир Ющенко офіційно представив другу частину свого плану, плану так званого плану Ющенка. Тобто ми напередодні ювілею. Одним із елементів цього плану Ющенка якраз і було прибавлення к переговарюючимся учасникам вот этой вот части формули плюс 2 Європейського Союзу і Сполучених Штатів в качестве наблюдателей. Вот позиция Приднестровской стороны действительно в том, что все спорные вопросы должны решаться именно в рамках переговорных механизмов. Александру, что такое 5+2? Где вы встречаетесь? Как вы перестали ругаться? И почему вы не любите малые шаги? И я набрался наглости у вас спросить только потому, что в Украине я услышал эту же формулу недавно. И тоже в Министерстве по реинтеграции. Будьте добры. Официальный переговорный процесс был запущен уже в 1994 году на уровне высшего руководства, президент Молдовы, лидер Приднестровья, и достаточно быстро, в принципе, он эволюционировал в то, что стало пятеркой, пятисторонний формат, три посредника ОБСЕ, Украина, Россия, соответственно, стороны Кишинев и Тирасполь. И, как и сказал Владимир, уже одесским решением от сентября 2005 года было принято решение о том, что ЕС и США присоединятся в качестве посредников. Ну, кратко суть. Встреча. Вот интересно, что вы задали этот вопрос о том, где проходят встречи. Потому что изначально, начиная с 1994 года и, в принципе, до недавнего прошлого относительно, переговоры проходили в Кишиневе и Тирасполе. Ну, иногда еще в некоторых локациях в Молдове, будь то там Бендер, Галерканы, в общем, где-то на Днестре. Тем не менее, с некоторых пор был такой напряженный момент в 2006 году, который Владимир хорошо помнит, и Александр Александрович Чалый тоже, я уверен, помнит. После этого какой-то момент был период, когда года два, если я правильно помню, стороны во время то, что сейчас называется пауза в переговорах, тем не менее, вот эти вот 5+2 достаточно активно и регулярно встречались в Одессе неформально. И как-то вот после этого потом это переехало в Вену, потом Брюссель, и началась такая многолетняя уже, десятилетняя, наверное, история, как минимум, когда некоторый вот такой политический туризм наблюдается, и, откровенно говоря, в принципе, в кругу коллег-партнеров по переговорам, я вот вам тоже говорил о том, что переговоры необходимо возвращать туда, в ту страну, о будущем, о которой идет речь в ходе этих переговоров, потому что на самом-то деле, и вот Владимир не даст соврать, когда и он, и я, когда мы только начинали это, шел активный диалог в Кишиневе и Тирасполе, и минимум раз в месяц в этом формате встречи проходили. С вашего позволения. Да-да, Владимир. Что касается вот форматов переговоров, абсолютно справедливо сказано о том, что действительно с 1994 года создаются переговорные механизмы, стартует официальный переговорный процесс, и который вот продолжался на протяжении, так вот, в таком режиме, в таком формате на протяжении достаточно длительного времени. И за период официального переговорного процесса подписано очень большое количество официальных документов разного уровня. И на уровне высшего политического руководства, и на уровне политических представителей, и на уровне отраслевых ведомств, и на уровне сейчас вот это рабочие экспертные группы и так далее. Но, наверное, действительно самый такой успешный период этого диалога, и который, наверное, был достаточно трудным, потому что пришлось садиться за стол переговоров сразу после окончания боевых действий. Был период с 1994 по 2001 примерно год, когда велась работа с участием, прямым и постоянным участием высшего руководства сторон, то есть лиц, которые непосредственно были уполномочены принимать ответственные политические решения. По мере того, как вот институт участия в переговорах
высшего политического руководства сторон стало ослабевать, соответственно, появилась уже большая география в поездках. Здесь можно усмотреть и такую связь. Но надо учитывать, что вот существующий переговорный механизм, он не исчерпывается только форматом 5+2, потому что были и другие форматы. Есть подписанные документы в режиме пятерки, есть документы, подписанные на уровне Приднестровья, Молдовы, Российской Федерации, есть документы с участием ОБСЕ, поэтому здесь достаточно большое разнообразие, и действительно важно то, что случай в этом плане случай действительно уникальный, потому что выстроен действительно уникальный переговорный механизм. Ну и, видимо, он настолько уникальный и успешный, что к его успешности считает своим долгом прикоснуться каждое председательство в ОБСЕ и, соответственно, приглашает на площадке действующего председательства в течение года вот политических представителей сторон. Да, спасибо. Можно я вопрос задам, как раз, чтобы продолжить эту тему? Да, пожалуйста. Вот я в процессе и 94-го года, с 94-го года, и потом, особенно в 2001-м, 2003-м, я помню активность украинской позиции. Мы были практически лидерами, задавали, так сказать, планку этих переговорных попыток. Но я всегда, как первый замминистра, отстаивал позицию, что Румыния исключена из формата. И после моего пребывания в Румынии послом, я считал, что это плохо для нахождения решения стратегического. В какой-то степени в дальнейшем отсутствие Румынии в этом формате было компенсировано, что ЕС стал в формате, а Румыния член ЕС, и, соответственно, таким образом румынская дипломатия представлена. И вот у меня вопрос. Все-таки, как вы считаете, то, что Румыния вне формата 5+2, и то, что, например, вот я слышал, что были разные и другие форматы, но я не слышал, что в каком-то из форматов была Румыния. То, что Румыния изолируется, и я так понимаю, мое понимание, что они сами выбрали эту позицию. То есть они как бы стараются быть вне процесса, чтобы не легализировать своим участием этот процесс для Румынии. Как вы к этому относитесь? Ну, на самом начальном этапе, как раз некоторое непродолжительное время, Румыния участвовал в переговорах в качестве посредника, но это уже прошлое, более того, это прошлый век. В веке нынешнем, сейчас, как вы справедливо заметили, Румыния является членом ЕС, Европейского Союза. Общая политика всех 27 уже, к сожалению, государств, и поэтому посредством общей внешней политики, общей дипломатии, мнение и позиция Румынии представлена наравне со всеми остальными странами-членами ЕС. Да, спасибо. Здесь сложно действительно что-то добавить. Полагаем, что румынская сторона может доносить свою позицию и добиваться, чтобы ее позиция учитывалась действительно через участие Европейского Союза. Первый вопрос, который возникает, чисто географический, и вопрос о границах, о линии соприкосновения. Вот как вдруг Приднестровская Молдавская Республика в таких границах возникла? В то время, когда в этот же период в Гагаузии был очень сильный конфликт с центральной властью в Кишиневе, и не объединились эти два образования квазигосударственных в тот период. В Бельцах, на севере Молдовы, наверное, примерно такой же национальный состав, как в Приднестровье. И вот здесь, мне кажется, что очень важно понять своеобразную миссию, которую перед собой ставит Приднестровье, и миссия, которая перед собой ставит центральная власть в Молдове. Вот я бы мог бы так интерпретировать, с какой миссией, почему вдруг так долго существует это сепаратистское государство, которое 30 лет существует, причем иногда в очень сложных условиях, когда, и у меня тоже возникнет вопрос, когда практически могли реализовать хорватский вариант в отношении двух краин. При Ющенко или при Петре Алексеевиче, когда существовало у нас правительство блока Петра Порошенко и Народного фронта. Казалось, чуть-чуть и додавят, да? Но не получилось. Значит, что-то есть.
какая-то миссия ощущается. Это постимперское сознание, постсоветское сознание, которое есть в Приднестровье, и ему противостоят те, которые не способны найти для них комфортного места. И вот своеобразная идея, которая есть у приднестровцев, это, скорее всего, Гибралтар или Фолклендские острова. Это эксклав, эксклав постсоветского пространства или русского мира. И с этим что-то молдаванам нужно делать. Задушить не получается. Да? Может быть, найти путь к сердцу приднестровцев и найти комфортные формы существования. Я оттолкнусь от географического вопроса и попытаюсь как бы одним ответом ответить на все многочисленные прозвучавшие вопросы. Не только бендеры, которые входят в Приднестровье, подчиняются Тирасполю, находятся на правом берегу. Там еще есть пару сел. Но кроме этого есть еще анклав непосредственно в самом Приднестровье, в левобережье Днестра. Есть анклавы, который находится под контролем Кишинева. И как таковой карты административной, либо какой еще границы с установленными географическими координатами, нет. На самом деле есть очень большое переплетение населенных пунктов, городов и их пригородов, которые находятся в разном подчинении. К чему я это все говорю? К тому, что это все лишь подчеркивает тот факт, что все не так просто. Простого раздела не было и быть его в принципе не может. Уж слишком велика взаимозависимость. Слишком велика. И в том числе инфраструктурная. Почему на протяжении уже почти трех десятков лет ведутся переговоры? Почему силовой вариант он никогда не рассматривался и не рассматривается? Именно потому, что Молдова стремится и создает то, о чем вы говорили, привлекательное государство, в котором бы жилось комфортно всем, независимо от политических симпатий, независимо от языка общения. И немаловажным подтверждением этого факта, я сейчас скажу такую вещь, которая не очевидна и мало кому известна из людей, которые не живут в Республике Молдова, это тоже абсолютно уникальная ситуация, как минимум на территории бывшего СССР. В парламенте Республики Молдова пленарные заседания ведутся на двух языках с синхронным переводом. Это румынский, собственно, и русский язык. Каждый депутат может выступать не только выступать на любом языке, это есть и в других парламентах, но в том случае, если он не понимает какой-то язык, он слушает синхронный перевод. И это тоже является частью комфортной политической в данном случае среды для всех жителей, граждан и даже и не граждан этой страны. И еще, Александру, какие у вас сейчас планы и перспективы в дальнейшем у Молдовы? Примут ли вас в Евросоюз? Возможно ли когда-либо объединение с Румынией или, возможно, вступление в блок НАТО? Ну, с той оговоркой, что неизвестно, что будет, и предсказать нельзя, теоретически возможно что угодно. Но, тем не менее, в Румынию Республика Молдова не идет и не собирается идти. В том, что касается НАТО, даже при наличии такого желания, это невозможно, так как по Конституции Молдова является нейтральным государством, внеблоковым, что не исключает сотрудничество с НАТО, которое есть, реализуется еще с 90-х годов, с середины, в рамках тогда еще только партнерства «Ради мира» программа. Сейчас круг этих программ шире. Вот. Ну, а в том, что касается европейской интеграции, это такой политический приоритет, который, в принципе, за исключением немногочисленных радикальных партий, политическим мейнстримом разделяется вполне всеми политическими партиями. Владимир Валерьевич, отреагируйте, пожалуйста, и расскажите нам, какие вы видите свои перспективы. Ну, прежде всего, постараюсь хотя бы коротко ответить на некоторые прозвучавшие вопросы. Да-да. И в данном случае вопрос, конечно, вопрос с границами. Вопрос с границами в известной степени исторически обусловлен, потому что, скажем так, до Второй мировой войны, до
до Великой Отечественной войны, все-таки левобережное Приднестровье входило в состав частично Подольской, частично Херсонской губернии. Опыта совместного проживания в едином государственном образовании с правобережной частью Молдавской ССР, в общем, такой опыт, по сути, исчерпывался только послевоенным периодом. Что касается Бендер, который тоже сейчас под юрисдикцией Приднестровья, то, опять же, ну, исторически так сложилось, что вот за этот период это действительно было такое достаточно тесное, что ли, сложилась такая достаточно прочная агломерация между Тирасполем и Бендерами, и речь на каком-то этапе даже шла об объединении этих двух городов. На вот тесные связи Тирасполя и Бендер во многом из-за схожего этнического состава, демографического состава, наличия промышленных предприятий говорилось не только в период конфликта, но даже гораздо раньше, причем западными исследователями есть на эту тему книга 1973 года одного ирландского исследователя. Ну вот так вот исторически сложилось, что в общем достаточно такая часть территории, которая в известной степени произвольно оказалась частью Молдавской ССР, так до конца и не стала ее органической частью, когда распадался Советский Союз. Но действительно, Александров абсолютно прав в том плане, что и на левом берегу есть населенные пункты, которые находятся под юрисдикцией Республики Молдова. Вот, ну, таково желание людей, и так сложилось по итогам того вооруженного конфликта, который имел место быть в 1992 году. Какие-то были потом определенные незначительные изменения, связанные скорее с уточнением юрисдикции, но действительно какой-то вот такой, такого, что ли, четкой линии между, по крайней мере, по всей линии границы между Молдовой и Приднестровьем сейчас провести вот в некоторых местах действительно достаточно сложно. Но, тем не менее, граница здесь в данном случае скорее как такая некая историческая данность. Что касается вопросов, связанных и с типологией конфликта, и с его характеристиками, то, на мой взгляд, здесь действительно сама по себе этническая составляющая, она не столь значительна, как в других конфликтах. Но сейчас, особенно сейчас, наверное, на первое место все-таки выходит уже не столько какой-то этнический конфликт, сколько конфликт идентичности, конфликт, наверное, мироощущений и того, как сами люди воспринимают себя. И вот в этом плане, наверное, вот вопрос, заданный о том, в чем же миссия молдавского правительства, это, наверное, один из самых сложных. Хотя бы потому, что в самой Молдове сложно разобраться с устремлением народа, с ощущением того, к чему, собственно, стремится народ Республики Молдова и частью, как, в общем, есть ли та самая идентичность в Республике Молдова. Потому что, вот, по моему мнению, по моему убеждению, в Приднестровье такая идентичность политическая прежде всего. Ну и, соответственно, территориальная идентичность сложилась. Территориальная сложилась раньше, политическая сложилась позже. И вот теперь вот эта вот идентичность, основанная на осознании людьми частью себя, вот прежде всего, приднестровского пространства, приднестровского мира, а в дальнейшем уже и более высоких, вернее, общности более высокого порядка. Вот сейчас это определяет, предопределяет вот ту ситуацию, которая имеет место быть. И действительно, и тот факт, что действительно, если бы все было так просто, то, наверное, очень сложно было бы сохранить вот эту ситуацию с существованием самостоятельной приднестровской государственности на протяжении вот этих без малого 30 лет. А что касается перспектив развития, то действительно, и в данном случае я, наверное, позволю себе смелость процитировать господина Рубана в его давнем интервью «Украинской правде», когда тоже был задан вопрос об аналогиях, и господин Рубан сказал, что есть очень серьезное отличие в тех вопросах, которые связаны с инфраструктурой. И тоже совершенно справедливо говорил господин Фленке о том, что очень сложно решать какие-то инфраструктурные моменты, очень сложно где-то как-то что-то разделять. Да, в общем, и смысла, наверное, нет, если оно функционирует. И вот, на мой взгляд, вот этот вот аспект такой целесообразности, здравого смысла, и должен быть господствующим, должен быть превалирующим при выстраивании дальнейшей политики, при выстраивании дальнейших шагов.
Действительно, надо думать прежде всего о том, как не нарушать, как не разрушать те имеющиеся связи, имеющиеся взаимовыгодные связи, но при этом, безусловно, учитывать те политические, правовые, переговорные реалии, которые сложились. И иногда действительно не ставить телегу впереди лошади, если мы не научимся разбираться на уровне, ну, условно говоря, того, как мы построим какой-то сарай, то мы вряд ли научимся строить что-то более серьезное, более пригодное для жизни. Позволю себе не согласиться по двум моментам, как минимум. В том, что касается идентичности, ну и политической, допустим, в данном случае, в Приднестровье, опять же, такой не очень широко известный факт за пределами Молдовы, Приднестровья в том числе, и не сильно афишируемый в Приднестровье, скажем прямо, то, что ну вот те цифры, которые я держал самые свежие там, в марте, официальная статистика от наших ведомств, 323 тысячи на тот момент, на март этого года, 323 тысячи молдавских паспортов было выдано жителям Приднестровья. Ну, понятно, речь идет о людях. Паспортов-то больше, у людей истекают паспорта, действия, они приезжают и обновляют их. А это, Владимир, это приближается, очень сильно уже приближается к общей численности населения в Приднестровье, по факту, на этот момент. Господа, поэтому, у вас свободное перемещение людей через линию разграничения, через эту новую границу? И свободное ли перемещение чиновников? Могут ли приднестровские или молдавские чиновники перемещаться через эту линию? Вопрос, на который требует нескольких ответов. Простой прямой ответ общий, что в принципе, да, движение здесь и перемещение с одного берега на другой свободное, как нигде в другом месте в похожих конфликтных ситуациях. Но есть моменты, как говорится, есть исключения. В том, что касается чиновников, некоторое послабление со стороны Тирасполя, потому что со стороны Кишинева ограничений не было никогда. И ни для кого не секрет, что начиная с 2014 года, с весны 2014 года, руководство Приднестровья, вылетая за рубеж, вылетает из Кишиневского аэропорта и также возвращается, никаких препятствий им не чинится. Но, тем не менее, вот в том, что касается въезда молдавских должностных лиц в Приднестровье, вот здесь вопросы есть, на самом-то деле, только в сентябре прошлого года, путем сложных переговоров, и я участвовал в этих переговорах, удалось добиться некоторого послабления, в том смысле, что молдавские должностные лица, причем круг лиц, на которых распространяются ограничения, не ограничиваются высшим руководством, члены правительства. Это вплоть даже до местных районных властей и руководителей каких-то департаментов и ведомств. И вот для этого круга людей Тирасполь согласился пускать их в Приднестровье для осуществления частных поездок. Частных, то есть не по... А речь идет о том, что только я сходу могу назвать десяток или два десятка имен людей, которых я лично знаю, которые госслужащие, чиновники, депутаты, у которых есть родственники в Приднестровье. Родственники, в том числе родители, тесть, теща, жена оттуда, двоюродный брат, родная сестра. То есть это вот такой уровень взаимопроникновения и взаимозависимости. И тем не менее, вот это вот вы сейчас затронули такой очень болезненный, тонкий вопрос. Тем не менее, в том, что касается должностных лиц, как раз ограничения всегда существовали до сентября прошлого года, но в этом году, к сожалению, опять произошел откат. И тут Владимир, возможно, со мной не согласится, может согласиться, но, на мой взгляд, фактор пандемии был использован исключительно как предлог Тирасполя. Исключительно как предлог для того, чтобы заизолироваться и полностью перекрыть, полностью, практически за небольшими исключениями, возможность перемещения людей с одного берега на другой под предлогом карантина. Абсолютно необоснованная мера, которую мне удалось сдержать, предотвратить до середины марта. Потом, к сожалению, воспользовавшись перестановками в правительстве здесь, Тирасполь очень оперативно
среагировал, и пока новые члены Кабмина успели сообразить, что произошло, Тираспор все, в домике, мы закрылись. Никто не въезжает, никто не выезжает. И это, к сожалению, меня лично это сильно беспокоит с точки зрения того, что, а что будет дальше? Потому что существует очень высокий риск того, что те ограничения, которые были введены, тогда, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, не будут полностью сняты. И я понимаю, что, возможно, для людей, стран, находящихся или тоже имеющих опыт такого рода конфликтов, это не звучит чем-то экстраординарным, но подчеркиваю, именно для Молдовы, Молдова-Приднестровье, именно для этого конфликта, ситуация, когда люди не могут беспрепятственно и свободно передвигаться с одного берега на другой, это будет беспрецедентно, и это потенциально очень опасно. Да. Владимир Валерьевич, почему такие сложности сейчас? Значит, ну, во-первых, несколько коротких реплик. Что касается пересечения границы должностными лицами Республики Молдова. Действительно, с приднестровской стороны такие ограничения были, но эту проблему тоже нельзя рассматривать изолированно, потому что, к сожалению, и до сих пор не решена проблема уголовного преследования должностных лиц Приднестровья в Республике Молдова. К примеру, нынешний президент Приднестровья на протяжении нескольких лет не просто проходил по уголовному делу, но в отношении него даже была избрана заочно мера пресечения. И это вот те ограничения, которые были в отношении должностных лиц Республики Молдова в части въезда на приднестровскую территорию, в известной степени были связаны с тем, что это часть такой более широкой комплексной проблемы для, вообще для взаимных поездок должностных лиц сторон. А что касается вопроса о паспортах, возможно, но тут надо учитывать... Владимиру Валерьевичу тоже хочу добавить Александру. Я прошу прощения. Пример, Владимир, чтобы быть корректным, пример с Красносельским, он не очень хороший в том смысле, что да, господин Красносельский на протяжении 10 лет в самом деле фигурировал в качестве обвиняемого в уголовном деле, что не связано с тем, что он является руководителем Приднестровья. А связано исключительно с тем, что он был в том числе человеком, который отдавал приказы по силовому закрытию школ, подчиненных Кишиневу, в городе Бендеры, потому что тогда, в 2004 году, он был начальником бандерской милиции. Речь идет о силовых действиях, речь идет о применении силы по отношению к детям, силовое закрытие школ. Да, было открыто уголовное дело, и вот именно по этому уголовному делу господин Красносельский и фигурировал. Да, Александр, мы услышали. Мы услышали, спасибо. Я хочу, чтобы мы хотя бы показали, что не все так благостно. Короткая реплика по вопросу паспортов. Надо учитывать, опять же, специфику ситуации. Для жителей Приднестровья вопрос о паспорте – это не вопрос государственной лояльности, это вопрос о способе передвижения. И если начинать считать поштучно, скажем так, всех обладателей паспортов, сколько у нас есть обладателей паспортов Молдовы, Российской Федерации, той же Украины, Румынии, то окажется, что паспортов, количество паспортов гораздо превышает общее количество населения. Поэтому вот люди вынуждены, люди живут в таких условиях, когда они выбирают не лояльность государственному проекту, прежде всего, своим паспортом, а возможность или передвижения, или получения дополнительных каких-то социальных возможностей. Что касается рекомендации в целом. Могу лишь повторить то, что действительно каждый кейс уникален. И навязывать какие-то наши рецепты было бы, наверное, мягко скажем, некорректно. Или продвигать какие-то наши рецепты. Одновременно точно так же и на протяжении какого-то времени в Украине говорили о возможном сценарии приднестровизации. Смею вас заверить, мы здесь также очень сильно опасались сценария донбассизации. То есть не должно быть какого-то механического переноса тех или иных опытов. А украинская сторона, как мне представляется, должна исходить из действительно разнокейсовости и разных модальностей, разных опций того, как действовать в той или иной ситуации. Потому что в ситуации с Приднестровьем Украина играет одну роль. Украина – это не только посредник, но и государство-гарант мирного урегулирования. У нас есть украинские военные наблюдатели, Украина в таком формате участвует в миротворческом механизме. Означает ли это, что этот опыт востребован? Это решать не нам, не экспертам. Мы лишь можем детально рассказать о том, что есть у нас и как какие-то вопросы решаются у нас. На мой взгляд, очень важно то, чтобы действительно украинская сторона
в данном случае, наверное, власти, могли действовать, исходя из того, что каждая ситуация, опять же, возвращаемся к этому, по-своему уникальна. Приднестровский опыт, наверное, хорош в Приднестровье, но с его каким-то творческим осмыслением, возможно, мог бы использоваться. Но это исключительно прерогатива тех, кто должен заниматься мирным урегулированием. Замечу лишь только, наверное, то, что стоит учитывать самое главное. Самое главное – это 30 лет, почти 30 лет, все-таки 28 лет мирного сосуществования, того, что не льется кровь, и того, что созданы переговорные механизмы. Вот, нравятся они, не нравятся, это уже другой вопрос. Но почула, это есть. Почула вас, Владимиру Валерьевичу. Спасибо. Александру, хотелось бы узнать у вас, какой опыт, что положительного можно взять от вашего конфликта, который был, и что отрицательного? Каждый конфликт индивидуален, и нет универсальных рецептов, с одной стороны. И с другой стороны, некорректно будет... нам со своим опытом, со своим багажом давать советы Киеву, Украине в целом о том, как строить свое будущее. Мы можем поделиться и готовы делиться тем опытом, который у нас есть в нашем переговорном процессе, в нашем процессе урегулирования. И тут уже украинским политикам, национальным, региональным, решать, каким, чем они хотят воспользоваться, что они хотят применить, чего они не хотят применить. Скажу лишь или добавлю еще такую вещь, что, на мой взгляд, возможно, субъективный, но вот оглядка крупных региональных и глобальных игроков, которые вовлечены в переговоры по одной конфликтной ситуации, допустим, по приднестровские переговоры. И вот оглядка, участвуя в этих переговорах, оглядка на другие конфликты, на другие ситуации, где-то вот на подкорке взаимоувязка, она не помогает на самом деле. Это является таким сдерживающим фактором для всех. В том смысле, что и, скажу прямо, я был свидетелем этого в нашем переговорном процессе, когда некоторые вещи могли бы решиться гораздо быстрее, и консенсус был бы достигнут быстрее между всеми задействованными, не только Кишинев и Тирасполь, всеми задействованными игроками. Но вот именно оглядка на другие конфликты, именно боязнь создать прецедент, она зачастую является таким сдерживающим фактором для серьезных игроков. И поэтому я только еще раз выскажусь в пользу того, что все-таки каждую ситуацию нужно не только рассматривать отдельно, но и работать отдельно, без увязки с другими ситуациями. Хоть я и прекрасно осознаю, что это очень сложно, почти невозможно. Александр, большое спасибо вам за участие в нашей программе. С нами был... Спасибо вам за приглашение, за возможность в том числе увидеть и поговорить напрямую с старым добрым знакомым Владимиром Валерьевичем Истребчуком. Володя. Спасибо, Александр. Дякую вам, що доєдналися. З нами був Олександро Фленке, віце-прем'єр-міністр Молдови з 14 листопада 2019 по 16 березня 2020 року. Дякуємо вам. Олександр Олександрович, ми почули думки експертів з Молдови та Придністров'я. Скажіть, будь ласка, особисто ви бачите схожість конфлікту в Придністров'ї і конфлікту, який зараз відбувається на Донбасі? І да, і ні. Чому? Да, тому що, в принципі, початок конфлікту – це спроба центру вирішити делікатні питання – регіональної ідентичності, центральної ідентичності. Тут є мовна ідентичність за рахунок грубої сили. Тут схожість є. В чому є різниця? Їм вдалося дуже швидко гарячу фазу, військовий конфлікт, перевести, як ми бачимо, в певний політичний, дипломатичний діалог. Причому унікальність цього діалогу, що вже 30 років епізодів відновлення військового протистояння немає. В цьому є велика унікальність. У нас, на жаль, ми вже шостий рік не можемо зупинитися. Незважаючи на те, що на політичному рівні кожних там два місяці приймаємо остаточне рішення про припинення вогню на лінії розмежування. Отут є різниця.
Друга різниця, все ж таки, ми повинні зрозуміти, що лінія розмежування тут носить досить історичний характер, і тут пан Володимир Валерійович наголошував, що та частина, більша частина Придністров'я була частиною і Російської імперії, і України в складі Радянського Союзу. Тобто та частина існувала практично значний історичний період, як частина радянського простору. А Молдова на лівому березі, вона існувала в складі Румунії. І тут є дуже чітка кордон, річка. Це має велике дуже значення. Тому що у нас зіткнення, так скажемо, відбувається, все ж таки, от ви дуже добре знаєте, тобто немає географічних перешкод, тобто більш-менш. Але інша дуже схожість – це пов'язане з інфраструктурою. І той, хто реально в цьому конфлікті, як то кажуть, всередині знає, що при всіх тих розмовах і при всіх тих збройних сутичках інфраструктура, яка спільно забезпечує чи енергопостачання, чи очистку води, чи доставку води, працює. І мені дуже сподобалось, як Володимир Валерійович сказав, от вона працює, і її доцільності міняти неможливо. Навіть якщо б хтось хотів, то неможливо це дуже швидко зробити. Ми теж не можемо відключити воду Донецьку, тому що по этому же каналу прекращається поставка води в Маріуполь. Да. І тут є дуже, я хочу дуже прагматично сказати, але ми, для мене найкраща формула, яка зараз може бути знайдена для України, це найкраща формула Придністровська. Тому що, на мій погляд, ми дуже гарно сказав Олександру, що я теж вважаю, що зараз стосовно українського конфлікту на Донбасі, сили, які займалися примусом до війни, вони вичерпані. І зараз, я думаю, що міжнародна спільнота, геополітичні гравці, світ так змінюється дуже динамічно, особливо після карантину, що перевагу будуть мати сили, які будуть займатися примусом, щоб тут ми в Україні досягли певного перемир'я. Я маю свою формулу, вона дуже проста. Що ми сьогодні не повинні говорити в категоріях миру, чи в категоріях війни, чи ми переможемо, чи ми програємо. Тому що зараз нас заводять, хто виграє в війні, чи можливий мир з агресором. Нам сьогодні треба говорити в категорії перемир'я, сталого перемир'я. І от Молдова, вона ж не завершила, Придністровський конфлікт, в принципі, не завершений. Але він з збройного конфлікту перейшов в стале унікальне перемир'я. І чому це відбулося? Це відбулося тому, що були розведені війська. А чому були розведені війська і це стало перемир'я, було підтримано? Тому що був дуже серйозний миротворчий контингент з дуже чіткими задачами. Тобто сьогодні, якщо ми побачимо, що треба наступні кроки, якщо ми хочемо досягти цілі, які ми маємо в Придністрові, то два наступних кроки, вони об'єктивні. Ми повинні зробити все, щоб розвести війська на лінію дотику, тому що якщо вони будуть дотикатись один одного, дуже багато, і ви підтвердите, виникає конфлікти, де центр не контролює ситуацію. Вони на спонтанному рівні виникають. А далі ми не знайдемо винних. Це перше. А друге, я вважаю, це великим недоліком української дипломатії. І те, що ми повинні зробити вже на найближчій сесії Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, ми повинні поставити питання про серйозний миротворчий контингент на лінії розподілу. І саме цікаво, що ми довгий період були проти миротворців на Донбасу, зараз ми, вроді би, позицію змінили, але тільки на словах. До цих пір не в Раді безпеки ООН, не перед керівництвом Організації Об'єднаних Націй немає українських ініціатив щодо залучення миротворців. Мені здається, що навіть якби ми просто запросили місію попередню з боку ООН, яка приїхала і просто зробила аналіз, що можливо зробити, це також був би крок вперед. Я бачу цю миротворчу місію як компонент ОБСЄ і ООН. І в цій ситуації я думаю, що ми не зможемо досягти сталого перемир'я на Донбасі, тобто, якщо говорити простою мовою, перестати вбивати один одного, якщо ми не розведемо війська і ми не підсилимо
нынешню місію, яка носить взагалі моніторинговий характер, ми її не підсилуємо миротворчим компонентом, який буде мати більш широкі завдання, в тому числі і щодо припинення вогню, і контролю за припиненням вогню, і що ця місія повинна мати обов'язково компонент ООНівський, бо вони мають досить визначний досвід в цьому напрямку, і ОБСЄ. І тому, мені здається, ці два інструменти, які, на мій погляд, завдяки миротворчим силам і завдяки розведенню військ ефективному, їм вдалося дуже швидко від військової стадії конфлікту перейти до сталого перемир'я. Тому що фактично мирної угоди по тому військовому конфлікту, який відбувся, до цих пір не відбулося. Але це така ж аналогія, як на Кореї, як Корея. Між двома Кореями ми бачимо, що була дуже жахлива війна, але вона завершилась на тій же точці, з якої почалася, і ми вже бачимо десятиліття, що є перемир'я на Корейському півострові, і воно стало стабільне, яке далі дає можливість розмовляти. Мій слоган дуже простий. В свій час ми зробили дуже велику помилку. Яку? Ми дали команду, щоб дипломати замовчали, а як тільки замовчали дипломати, почали говорити гармати. От сьогодні ми повинні дати команду на суспільному рівні, на політичному рівні, щоб гармати замовчали і повинні знову почати говорити дипломати. Почула вас, Олександр Олександровичу. Придністровська Молдавська Республіка – самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Республіки Молдова. Вона займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході вона межує з Україною, Одеська та Вінницька області, на південному заході – з Молдовою. Населення Придністров'я – 475 тисяч 665 людей. Столиця – Тирасполь. Офіційні мови – молдовська, кирилиця, українська та російська. Форма правління – президентська республіка. Президент – Вадим Красносельський. Владимир Валерьевич, можно к вам обратиться? Проясните, пожалуйста, что было с языком тогда, со школами? Ну, конечно же, обо всех деталях мне сложно судить в силу того небольшого возраста, который был у меня. Когда начинались события, когда начинались политические забастовки, мне всего лишь было 10 лет. А вот такая самая горячая фаза вооруженного конфликта пришлась на мои неполные 13. Одно из главных ощущений, которое осталось с того периода времени, это ощущение того, что действительно событие, протест был всенародным. Володимир Валерійович, ви сказали, що дуже погано пам'ятаєте той період, коли обмежували в спілкуванні українською чи то російською мовою. Скажіть, будь ласка, зараз є якісь обмеження на рахунок української мови чи то російської мови? Ну, звичайно, ніяких юридичних обмежень немає. Моя донька, наприклад, мала можливість обирати, які мови вивчати ще в дитячому садочку і з першого класу у школі. Тобто є вибір, є обов'язкова офіційна мова, яку потрібно вивчати. Це теж залежить від вибору дитини чи її батьків. Владимир Валерійович, ще один вопрос. Лебедь. Приднестровье с генералу относится с большим уважением. Это человек, с именем которого ассоциируется завершение вооруженной фазы боевых действий. Это человек, которому в Бендерах, в городе, в котором, который наиболее всего пострадал от событий 92 года, поставлен памятник на центральном мемориале в память о жертвах событий 92 года. Он даже увековечен, господин Лебедь, в нашей нумизматике. Но при этом в Приднестровье в любом случае, высоко оценивая роль Лебедя в том, что он в значительной степени способствовал остановке вооруженной фазы конфликта, тоже понимают, что Лебедь как человек, прежде всего военный, как человек системный, он не занимался некой самодеятельностью. И в этом плане очень большую роль в активности самого Лебедя сыграло то, что он все-таки получал указания от российского руководства, в частности, от господина Рудского. Александр Александрович, подскажите,
перспектива непризнанных государств. На сегодняшний день ООН у нас их разделил на три уровня. Непризнанные, частично признанные, частично признанные, но не обладающие заявленной территорией. Самый старый непризнанный частично Китайской республики Тайвань с 1912 года. Какие перспективы у современных непризнанных государств, в том числе и ДНР, ЛНР? Непризнанные государства, они осколки, так сказать, от геополитического противопоставления там, региональных или глобальных лидеров. И их факт зависит от той динамики, ну, взаимоотношения между теми лидерами региональными, геополитическими или глобальными, в результате которых возникли эти непризнанные. Я хочу продемонстрировать на примере ГДР и ФРГ. То есть может случиться так, что звезды станут над кишлаком и за один день всех признают? Да, будем говорить таким образом, что все зависит от динамики геополитических сил на региональном или на глобальном уровне. Фактически, если мы берем постсоветское пространство, что получилось? И, кстати, то, над чем мы много сейчас работаем. Дело в том, что у нас возникла категория стран как бы между. Это было 4 страны. Все остальные страны постсоветские, ну я Прибалтику вывожу из 12, они как бы более или менее определились. То есть они с их геополитическим или геоэкономическим ориентированием. То есть либо вступили в Евразес и в организацию там, по безопасности Ташкентского договора, либо вступили в НАТО и в ЕС. Проблема же Украины была в том, что она достаточно большая европейская страна. И ее позиционирование с одним против другого меняет баланс сил. Это даже не пример Молдовы. И поэтому тогда должна быть политика либо равноудаленности, либо равноприближенности, так сказать, к соперничеству геополитическим центрам. Так вот, если мы возьмем пример ФРГ-ГДР, вы знаете, сколько ГДР боролось за свое признание. Один лагерь признавал, второй лагерь не признавал. Но в результате тех геополитических изменений, которые произошли там в 90-91 годы прошлого века, возникло, так сказать, ГДР стала частью ФРГ, и вопрос был решен. Если говорить о шансах Приднестровья, и вот Владимир Валерьевич, очень приятно было, так скажем, пообщаться уже лично, он очень реалистичный человек. Он сказал, что само Приднестровье осознает, и народ Приднестровья, что этот статус переходный, он создает большие проблемы для социально-экономического развития региона. Но в моем понимании процесс идет вот в Молдове, в правильном направлении. Более того, нынешние изменения геополитические, которые происходят в мире, они будут способствовать, мне кажется, решению более или менее компромиссному конфликта в Приднестровье. Почему? И мы уже видели первый пример. Я просто был в этом конфликте на разных стадиях. Дело в том, что ранее, так сказать, никогда нельзя было добиться компромисса по линии США-Россия и ЕС. Ну, Германия в данном плане возглавляла лидерство. Даже тот известный план Козака, который был готов, была сделана одна ошибка. Она состояла в том, что россияне и Воронин, они отрабатывали этот момент на двухстороннем уровне и изолировали информацию от ЕС и от Соединенных Штатов. И это вызвало особую подозрительность, ну и у Штатов в тот момент, наверное, не было стремления, так сказать, ситуацию вести к разрешению, что практически все было согласовано, и на утро должно было состояться подписание, и в течение ночи состоялись переговоры между Воронином и Вашингтоном, была подключена Германия, и на утро Воронин все-таки ушел, так сказать, с подписания. Я знаю позицию российскую, особенно после 2008 года, после грузинских событий, но она и сейчас прослеживается. Российская позиция следующая. Россия хотела бы иметь успешный прецедент решения такого рода конфликтов на постсоветском пространстве. То есть Россия бы хотела success story. И в принципе Россия, я уверен, и сегодня такой success story процесс наметился. Ведь
освобождение Плахотнюка в Молдове состоялось только потому, что состоялась договоренность ЕС, Соединенных Штатов и России. То есть, по существу, впервые мы увидели этот сигнал, когда внешние игроки устали от этих внутренних передрязг и приняли некое решение, которое было совместным. Это сигнал и нам, кстати, что если мы сами креативно не будем искать решения, в какой-то момент они устанут и примут решение за нас. И состоится в Одессу самолет да, и отправят принуждение к миру. Да? То мы должны быть более инициативны. И мне кажется, сейчас окно возможностей есть. Поиска, потому что украинская ситуация достаточно более эмоциональная, более тяжелая для дипломатического решения, хотя, на мой взгляд, она имеет такие возможности. А вот если будет решена, найден компромисс по Молдове, то это уже будет прецедентом для украинской ситуации. Вот. Поэтому, мне кажется, российская дипломатия и европейская дипломатия после COVID-19, и я уверен, что особенно если Трамп будет переизбран, и американская дипломатия, они будут искать success story, который бы их на постсоветском пространстве объединил в какой-то success story. Если они продемонстрируют это по Молдове, а ситуация, мне кажется, такие возможности есть, то тогда это будет и некой маркером для украинской ситуации. А не случайно тогда вернули Козака? Дело в том, что Козак в действительности имел этот опыт по Молдове. И я вам говорю, это уже внутренний инсайт, что в конечном счете европейские политики признали, что формула, которая на тот момент асимметричной федерации, которая была выработана, и мы, кстати, тоже много приложили, но в какой-то момент была сделана ошибка, что россияне иногда так делали такие ошибки, что они в какой-то момент эти переговоры как бы засекретили и решили, что они смогут на троих их расписать. А это вызвало подозрение со стороны. Да? Если бы они больше прозрачность сделали в процессе, но потом, когда план урегулирования Козака лег на стол, то в целом, по крайней мере, европейская дипломатия пожалела, что она в тот момент действовала. То есть она считала, что план был нормальный для того, чтобы достичь урегулирования. Мне понимается, что и Козак сейчас привлечен в переговорный процесс в Украине, что это человек, который больше настроен на поиск компромисса, человек, который пользуется большим доверием у российского высшего руководства. И, на мой взгляд, это хороший сигнал, и Козак все-таки стремится что-то искать. В чем нет аналогии между нашим конфликтом и конфликтом в Молдове. Молдовский конфликт имеет чисто региональное геополитическое значение. Так скажем, Балканский узел определенный, то от определенной части Балкан, и в определенной степени он-то и начинался, Владимир Валерьевич подтвердит, одна из причин его была в том плане, что пошла резкая руманизация, так сказать, и была большая опасность, что Кишинев примет решение по ассимиляции, по реинтеграции с Румынией. И Румыния в тот момент, там были идеи Великой Румынии очень сильные, и в любой момент могло состояться братание через пруд, и так ситуация могла пойти по сценарию Берлинской стены. И по-моему, даже какие-то националистические молодчики с автобусами уже с Румынии там направлялись. А вот Приднестровье в этой ситуации, оно четко понимало, что оно не есть, так сказать, в этом направлении, не готово было идти. Может быть, сейчас, если бы это происходило, когда Румыния стала членом ЕС, но вы понимаете, это была Румыния после Чаушеску. Румыния, которая в наших глазах всех выглядела как абсолютно загнанная, бедная страна, где не было где почетным, ездили на одних номерах, потому что бензина не... Поэтому Румыния не имела никакой привлекательной силы с точки зрения вот такого промышленного развитого региона, как Приднестровье. Вот. Поэтому, а наш конфликт украинский, он по существу пустил всю безопасность европейскую в пике, с которого она не вышла, и без решения украинского конфликта перейти к устойчивой системе европейской безопасности любой невозможно. Поэтому ситуация требует решения. И если мы уже переходим к такой формулировке, то ситуация сейчас выглядит каким образом? Что в 2014 году, он очень это ощутил, что запрос коллективного Запада все-таки был на то, что Карфаген должен быть разрушен, и Россия должна быть принуждена к миру, мягко. То есть повторить ситуацию распада Советского Союза. СССР 2.0.
цены на нефть, санкции и так далее, и так далее. Но сегодня очевидно, что эта стратегия не состоялась. И это стало очевидно уже на границе 17-18 года. Но наша дипломатия, парадигма Порошенко, она шла в этой парадигме. Она шла на конфронтацию. Для нас самая лучшая политика коллективного Запада и России – это конфронтация. Но коллективный Запад сегодня не заинтересован в конфронтации с Россией. Особенно после COVID-19, когда наметилась новая ось геополитическая, глобальная, Китай и Соединенные Штаты. И, конечно, все понимают, что Россия становится в этом противостоянии ключевым игроком. Все хотят сыграть. Да. И в этом отношении я ожидаю, что в ближайшее время, если мы не поменяем парадигму, и проблема, мне кажется, внешней политики Зеленского, что все ожидали, и он давал четкие сигналы, что парадигма будет изменена. Совершенно верно. И на словах он во многих случаях сделал действие к изменению этой парадигмы, да, то есть перейти к некому диалогу для того, чтобы достичь, в моем понимании, устойчивого перемирия и достичь формулы мирного сосуществования, как говорил Владимир Валерьевич, чтобы по существу Приднестровье и Молдова нашли формулу мирного сосуществования. Да, у них есть огромные противоречия, но никто не убивает друг друга. Но, к сожалению, мы де-факто не поменяли эту парадигму. И мы сегодня пытаемся опять же следовать этой парадигме. Но сегодня уже внешние силы, которые принуждали нас к такой парадигме, они либо не при власти, либо, даже если они вернутся к власти, геополитика мира так изменилась, что Россия, с Россией будут искать некую форму мирного существования. И вот тогда ключевой вопрос для нас будет, будем ли мы камнем, который будет мешать этому, или мы будем сами предлагать решение проблемы. Но в этом отношении, если делать прогноз, Молдова может быть первым моментом, где внешние игроки продемонстрируют способность договариваться и показать, что они смогли договориться. И мне кажется, что возможностей для внешних игроков дать такой сигнал вовнутрь есть очень много. И если внешние игроки, так как это было со сменой правительства Плахотнюка, как он не был, насколько там силен, насколько было коррумпированной связи, но когда трое послов и трое представителей прилетели и договорились, вопрос был решен. Мне кажется, что мы должны очень внимательно смотреть именно на такой сценарий развития в Молдове в ближайшее время, после COVID-19 и после выборов в Соединенных Штатах. И мне кажется, что это и для нас урок. Украина должна быть креативна во своей внешней политике. Дякуємо вам, Володимире Валерійовичу. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами був міністр закордонних справ Придністров'я з листопада 2008 по січень 2012 року. Дякуємо вам велике. Вам. Валентине Михайловичу, якщо дивитися на конфлікт в Придністров'ї, який урок може винести Україна і який досвід Україна може перейняти, виходячи з того, що ми почули сьогодні? Заключительне слово. Уроки многоаспектные и многоуровневые. Во-первых, нужно зафиксировать, какие отличия существуют. И могут ли эти отличия быть для нас примером на поэтапном движение вперед, потому что просто перестать стрелять и заморозить конфликт – это уже успех, после чего может идти речь о реальной реинтеграции. Ну вот первое отличие. Там заморожен конфликт. У нас он еще в стадии тлящегося вооруженного конфликта. Ну, у нас помирают люди. Да. Да. Затем… Там отказались в Молдавии, в Приднестровье от тотальной демонизации оппонента. Там нету сайта «Миротворец». Что это означает? Привет Антону Геращенко, замминистра внутренних дел. То есть, когда противник, оппонент, да, это противник и воплощение ада на земле, с ними разговаривать нельзя, говорит, с сепаратистами. Там разговаривают между собой. Нашли возможности построения. И если у тебя отличная точка зрения от того, что представляет собой официоз, все, на веб-сайте находишься. Сан Саныч оказался со своими двумя товарищами. Ну, возмутительно. Прочитай правильно то, что они предложили. Подумай, сделай дискуссию. Нет, нет, нет. Этого нельзя. Советская тактика худших времен. Далее. Там нету полной блокады. Привет Семену Семенченко и тем, кто им
руководил, кто его подстрекал, да? У них есть относительно нормальные хозяйственные связи. Дальше. Признаются административный статус Приднестровского сепаратистского региона. Там признаются некоторые документы. Да? То есть существует более-менее нормальный обмен населением, документами, административным процессом. Дальше. Специфика Приднестровья. Приднестровье обладает реальной субъектностью. Да, это субъектность, зависимая от России по всем пунктам. В финансовом, в экономическом. Но у них есть свое мышление самостоятельное. Да? У них есть своя финансовая система. У них есть свои международные инициативы. В Приднестровье, после того, как там произошел отстрел некоторых местных лидеров, они полностью говорят то, что им сверху из Москвы, какие инструкции есть. У меня есть подозрение, что и здесь субъектность вот у нас на территории Центральной Украины есть большие проблемы. Молдова – держава в Східній Європі. Офіційна назва – Республіка Молдова. Столиця – місто Кишинів. На півночі, сході і півдні межує з Україною. На заході – з Румунією. Населення Молдови разом із Придністров'ям складає 4 мільйони 54 тисячі людей. Унітарна парламентська республіка. Очолюється президентом. Член ООН СОТ СНД. Дотримується нейтралітету. Офіційні мови – румунська, молдовська. Президент Ігор Додон. Декларація про незалежність Республіки Молдова. Документ затверджено 27 серпня 1991 року парламентом Молдавської РСР після провалу серпневого путчу, так званого ГКЧП, та проголошено про вихід Молдови зі складу СРСР. Декларації оголосили недійсними рішення Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1775 року, Бухарестського мирного договору 1812 року між Російською і Османською імперіями. Закон Верховної Ради СРСР від 2 серпня 1940 року про створення Союзної Молдавської РСР. Пакт Ріббентропа-Молотова від 23 серпня 1939 року. Оскільки вони були прийняті без урахування думки населення Бесарабії, Буковини та області Герца. Офіційною мовою країни в декларації названа румунська на основі латинської графіки. Дальше. Будущее и Приднестровья, и Молдовы, контролируемой центральным правительством, и их взаимного сосуществования зависит от соотношения сил. Каких это сил? Политических и геополитических сил. Если мы посмотрим на Молдову, то там четко видно два течения, которые существуют. Вот сейчас президент, это, его называют пророссийским. Он не пророссийский, он скорее всего с сильными элементами проевразийскости. Он видит большую выгоду для Молдовы быть в евразийских связях и с хорошим отношением с Россией. Но он не антиевропейский. И есть проевропейцы, у значительной части которых патологическая нелюбовь к России и к русскому. Но некоторые вполне нормально относятся и к России. Вот мы слушали Александру, да? Он проевропеец, но он настоящий проевропеец, да? Не нашего пошиба, да? Когда раз ты проевропеец, ты должен быть антирусским. И есть прорумын, да? Кто говорит, пусть нам бы даже мы будем жить хуже, да? Но мы хотим быть частью Румынии. Они сейчас в меньшинстве. Да. Вот если брать 91-92 год, наверное, был такой импульс, когда могли сделать Молдову частью Румынии. И, наконец, там есть своеобразные молдовинисты, которые говорят, мы должны сохранить свою специфику, быть в хороших отношениях и с Румынией, и с Россией, и с Европой. Это как бы у нас есть такие националисты, которые говорят, вот самоизолироваться здесь и строить украинскую Украину. Причем, если у нас вот эти элементы, они скорее ультраправые и правые, то в Молдове они во многом левыми являются. Как в Западной Европе многие такие изоляционисты и националисты, культурные националисты, они левые. Если мы возьмем Приднестровье, то доминирующим является прорусскость, пророссийскость. И для себя стратегическую задачу Приднестровье как государство ставит присоединение к России. Они сейчас занимаются тем же,
чем Украина в отношении Европы адаптирует законодательство к российскому законодательству. То, что я перечислял, прекратить конфликт. Мы до этого дойдем. Нормально, никакого предательства не будет. Но для этого те люди, которые есть старыми деятелями, которые уже провалили все с 2014 года, должны быть заменены. И у них должен быть, если не лидером, то хотя бы советником, старшим советником Александр Александрович. А мы, наверное, можем помочь. И я бы еще хотел сказать, что в Приднестровье есть те, кто бы хотели частью стать Молдавии без всякой автономии. Есть такие. Есть те, кто... Давайте просто в ЕС отправимся, и нам ничего не нужно другого. И в этой ситуации просто есть доминирующие силы. В Приднестровье это сила, сориентированная на Россию. Даже если им жить будет хуже, а жить будет хуже и из-за коронавируса, и из-за кризиса, они понимают, что никто им так по-братски не поможет, как Россия как государство и российские олигархи, которым они продают все основные свои активы. Но если у молдаван проснется вот это ощущение братскости, и они скажут, давайте, друзья, будем поровну делить тягости. Вам хочется, чтобы у вас был русский и украинский язык? Мы его сохраним так, как есть сейчас. Ну, нам Александру говорил, что у них соответствующее многоязычие есть в парламенте. В Конституции закреплены и в законах, что они нейтральное государство, что они не вступают в НАТО. Но очень быстро можно сделать так, как в Украине, да, записать в преамбулу Конституции «Наша цель НАТО, наша цель Европейский Союз». Должно быть международное соглашение о том, что Молдова – это мост между Западом и Востоком. И, к слову, я этим хотел завершить, для Украины была такая стратегия, предложена Генри Киссинджером, что Украина не должна быть частью ни Западного оборонного союза, ни Восточного. Она должна быть мостом и той территории, где осуществляется сотрудничество. И для Украины это был бы выход. А не так, как в свое время, долгие годы, Збигнев Бжезинский рассматривал Украину и Молдову как пику, которая направлена против русских. Потому что в сознании некоторых деятелей, чем хуже русскому, тем лучше его окружению. Украина на себе испытала, что значит быть противником, геополитическим противником России. Очень сложно выходить из этой нынешней ловушки, в которой мы оказались. Но объективно мы должны быть в дружеских отношениях со всеми соседями, а тем более к теми, к нам, для нас родственники, и с кем у нас была общая историческая судьба многие столетия. Я хочу только важную одну вещь сказать, что Бжезинский к концу своей жизни тоже пришел к пониманию, что Украина не должна вступать в НАТО, и что вступление НАТО в Украину ослабит необходимость стратегических связей по линии Вашингтон-Москва. Это первое. И второе очень важно. Вот мы почему-то считаем, вот, что Приднестровье – это русский мир, или что Приднестровье это должно, в случае чего, стать частью России. Почему мы здесь, в Киеве, не говорим о том, что Приднестровье в 90-е, в 2000-е, как, по крайней мере, когда мы были при власти, это был в большей степени украинский мир, чем русский. Вот вам Валерий Владимирович говорит, мы сами изолировались, особенно после 2014 года. И если посмотреть по экономическим другим связям, еще неизвестно, кто сейчас больше имеет влияние на Приднестровье. Просто мы не видим своих национальных интересов. З нами сьогодні у студії були Олександр Олександрович Шалий та Валентин Михайлович Якушек. Дякуємо вам за те, що завітали, і сподіваємося, зустрінемося ще. Дякуємо вам за запрошення. Альберт Ейнштейн як-то сказав: мир невозможно удержать силой. Его можно лишь достичь пониманием. Молдова и Приднестровье – хороший пример, что или сейчас, или через 30 лет, но нам все равно придется разговаривать друг с другом. А пока нам только остается искренне верить в то, что наша политическая элита найдет в себе силу быть мудрее и компромисснее в своем выборе посылать воинов погибать на фронт под Донецк и Луганск или посылать дипломатов на переговоры в Минск и Берлин. И Украина перестанет получать похоронки с Донбасской войны с обеих сторон. Желаем всем, будьте мудрыми и живите в мире.